Ритуалы на литук кельтским богам. Ритуал делаем за неделю до летнего солнцестояния, плюс 10 дней после. Самое сильное в сам праздник, 23-24 июня. Ритуал у природной воды или фонтана. Ложим в воду букет цветов или любое украшение, поделочные камни, хорошую бижутерию или ракушки с перламутром. Самое сильное – жемчуг. Приносим дар, говорим заклятие, после свою просьбу и желание. Вас услышат и исполнят. Третий вариант – крадник на способности к бизнесу, к Белину. Белин, пресветлый Белин, солнце ясное, вашу литу, мой дар прими. О воды, где твое солнце сядет, тебе дар мой приношу. Тебя прошу, создай крадник мне на способности, чтоб бизнес у меня пошел, прошу заклят. Белин – бог солнца кельтов. Вообще его время Бельтайн – 1 мая. Но в любом случае он сильный. В этот момент это лита, их праздник, именно солнцестояние, любое солнце. Любой бог солнца сейчас очень силен. И просите, к какому бизнесу у вас склонность. У меня розовые и белые пионы в воду. Это сама лита, 24 число. Так что ритуал очень сильный.